уважаемые читатели, всем добрый вечер. Мы находимся в Киеве сейчас на месте жуткого смертельного ДТП, где погиб ребенок, это бульвар Лысой Украинки. Предварительно водитель автомобиля «Хаммер» зеленого, который вы видите сзади за мной, на скорости сбил девочку, которая переходила пешеходный переход на свой зеленый сигнал светофора. Водитель «Хаммер» двигался на красный, он девочку протащил порядка 30-40 метров, и ребенок, к сожалению, погиб на месте в машине скорой помощи. Его хотели четвертовать водителя на месте, разобраться. Прибыли на место автоматчики, значительные силы полиции. Водитель вел себя неадекватно, пытался скрыться с места. Сейчас работает полиция, оперативно-следственная группа из Главка и значительные силы патрульных полицейских. Будьте, друзья, аккуратны, осторожны, цените жизнь, никогда не нарушайте правила дорожного движения. Всем удачного, безаварийного.